Видали, не прошло и полгода. Думаю, что там гремит за окном? А нам забор все-таки будут устанавливать, над которым я билась, билась. Наконец-то уберут вот этот старый деревянный, который Санька делал своими силами, ломанный, переломанный уже, ремонтированный. Вон нам что, сварили, наварили. Сейчас цветы все переломает. Лучше сейчас осенью, чем весной, когда начнут уже расти, цвести. Сейчас все равно подстригать, убирать надо будет. Но вот это я им и говорила. Делайте осенью лучше, чем весной. Успели хоть до снега. В прошлом году, кстати, у нас в это время уже снег был. Сегодня что, 26 сентября. Там асфальт, я знаю, Санька не мог там прокопать. Там асфальт, сейчас докопаются. Бурить надо там. Долбить перфоратором или чем-то. Интересно, бетонировать будут, нет, или просто поглубже закопают, раз вот той такой бурилкой поглубже, наверное, сделают, забьют еще туда кувалдочкой, думаю, так посмотрим. Ура, будет забор новый. Теперь он ножки приваривают, столбики эти. Да, сделали такие повыше, чтобы поглубже вкопать. Супер. Потом как покрасим, по весне, наверное, уже, не знаю, красить будем. Аккуратненько стараются, он и варят, и шлифуют. Отлично, покрасим, потом будет все супер. Ага, четко тут тоже, оказывается, пробурилось возле люка. Нормально, они в цельную две секции сварили сразу. Три ямки сделали и сразу ништяк. Здорово. И закапывают. Ну да, оно же будет цельная конструкция, в принципе. Я думала, шаткая будет. Вот сейчас они кто и приварят, дальше пойдут по углу. Она вся цельная и будет держаться, что она будет падать. Нижняя отдельно каждая. Все цельная будет. Вот утрамбовывают, молодцы. Ой, класс, даже не верится. Забор, сколько мы хотели, нормальный забор. Вечно нам его ломали. Такой он страшненький, деревянный был. Санька латал его, как своими силами, как могли. А теперь у нас цивильный, металлический сварили. Еще меня звали, говорили, какой там дизайн, какой высоты, вот по рекомендациям. Чтоб дешево и сердито. Пойдет покраситься, такие ромбики. Нормально, класс. Не высокий, не громоздкий, аккуратненький. В то же время там собаки лишний раз забегать не будут большие, ломать цветы. А зимой у нас вообще тут, когда забора не было,
машины тупо парковались и все, и выхлопными газами нам тут в окна все время прогревали, стояли, зимой не глушили. Вообще ничего не росло. Это мы уже потом почву заказали, привезли, перекопали, все стали засаживать. Отлично. Ага, я была права, кувалдочкой подобьют. По уровню все сделали, уровень, смотрю, там прикладывали, чтобы криво-косо не было. Все как положено. Молодцы. Мусорка тут приехала. Мастерица у нас новая. Пришла проконтролировать процесс. Ага, середина упирается, он качается. Так, уровень. Человек никогда не устает смотреть, да, как горит огонь. Что там льется вода и как работает другой человек. Ну вот еще смотрю, раз, два, и вот там вот третья секция не видно, я не заметила, ребром сюда стоит кверху, облокочена на забор. Пока не весь забор они привезли. 5 секций получается. Либо пока столько сварили, смотрят, сколько им потом еще доделывать. Либо все равно не успеют за день, не знаю, в общем, частично пока. Главное успеть до снега. Да, в прошлом году уже снег у нас в этом году был, выпал первый. Правда, подтаял, но уже был. В этом году еще не было снега. Вообще у нас осень теплая. Только вот похолодало на этой неделе. Нет, на прошлой, в конце прошлой. На прошлой неделе у нас еще 20-22 стояло. 23. А сейчас... О, сейчас сколько. И то это тепло. Вон 16 показывает. 17. Все нормально для сентября. Конец сентября, 26 число. Наслаждаемся еще. Осень у нас. Деревья уже желтые, листики вон облетают. О, а я еще думала, как они закругления будут. Тупо большими пролетами вот так вот и лепить. Будут отступы, потому что закругления, они-то ровно. Они сделали, вон, смотрите, маленькую секцию. Поворотик. Молодцы какие, ничего себе. Они ее специально, вон, под нужным углом сейчас заваривают. Распилили. Было цельное видео. Они ее... разрезали и под углом вот этот закругляж делают. Он рассуждает, что как дальше делать. Тут же у нас вон как. Ну вот так, самый красивый у нас здесь угол. И вот там, возле 5-го подъезда, тоже Оля сажает. Цветочки у нее там, всякие клумбочки, поросятки из баклажек. Как и у меня. Только у нее из маленьких баклажек. Красота. На следующий год вообще. Теперь аж дух так поднялся. Теперь сажать будем. А то, когда колеса повыворачивали, у меня руки опустились, я уже думала, ничего делать не буду. Ну и было бы здесь вон как. Там вон везде ничего нету. Некрасиво. Ничего не растет. Не видно здесь. Вон. Голо. А теперь красота будет. Ну, у меня еще цветочки на балконе стоят. И тут стоят. Хлопцы поехали на обеденный перерыв. Привезут еще, сказали, секции. Они у них сделаны. Я думала, делать еще надо. Они пока привезли. Сколько, видать, охватят объем работы. Одну он еще не поставили. Забирают ее, не оставляют. Не уволок никто.
Вот молодцы, не думала я, что уже осенью нам что-то сделают. И вообще не думала, что нам забор этот когда-нибудь таки поставят. Здорово. Вон хлопцы с обеда приехали. Секции вон понавезли еще, разгружают. Раз, два, три вижу. Сварочку, удлинитель. Все дела. Работа продолжится. Сегодня дождливо у нас, прохладно, 9-10 где-то градусов. Мальчишки вон доварили еще секции, которые не доставала им в прошлый раз доделать заборчик. Вот тут с самого края оставалось. Вот они три секции доделали, сейчас между собой сваривают и уже последнюю сторону нашего огородика. Огородят, в общем, закончат. И хорошо. Останется покрасить, и будет красота.